Друзья, привет, с вами Леонид, Раптор ТВ. Из названия ролика вы поняли, что мы хотим вам рассказать лайфхак, как купить электросамокат Сицибо по самой выгодной и минимальной цене на рынке. Такого вам не предложит никто. Что же это такое за лайфхак? Да все очень просто, друзья. Мы сейчас формируем заказ на следующий год. Будет огромнейшая партия самокатов, но мы подумали, почему бы вам не поучаствовать в этом предзаказе. Сейчас мы играем в долгую, да, то есть вам, как бы мне не стоит вопрос, что быстрее надо самокат получить, кататься на нем. Нет. Все хотим ездить в сезон, но почему самокат не получить заранее по минимальной цене? Выгодные условия. Сейчас я вам расскажу про это, про все поподробнее. Что вам нужно? Вам нужно выбрать модель самоката, оплатить его. По какой цене? Сейчас я вам все покажу. Вот у меня дощечка с надписями, расписано все уже рядышком приготовлено. Оплачиваете самокат, получаете заказ клиента, в котором написано ваша фамилия, имя, отчество, город, телефон. Чек кассовый мы пробиваем. Можем либо вам его отправить по почте, либо просто пока у вас это фото, в принципе, это достаточно. И потом все оригиналы документов, сервисная книжка, инструкции по эксплуатации, паспорт СИМ. Сейчас мы на все самокаты уже делаем. Остановили вас, сотрудники показали, все написано, ВИН, ШМИН, ну, все как надо. В общем, друзья, суть такая. Вы оплачиваете самокат, получаете в подарок гидроизоляцию, протяжку, настройку. Гидроизоляция полноценная, с обработкой моторов, спецсоставом, контроллеров, всех разъемов, все болты на фиксатор. В общем, все у вас будет, как вы отдали бы вот у нас в мастерской 10 тысяч рублей, да, вот мы там 1,5-2 дня делаем эту процедуру, так он у вас будет бонусом, потому что вы делаете в предзаказ. Торопиться сейчас некуда. Главное получить самокат к сезону. Ориентировочный срок. Сейчас мы формируем. Мы будем, наверное, числа до 15 января формировать заказ. В январе мы его размещаем на фабрику. И, собственно, планируем где-то в марте получить. Очень надеемся, что у нас по срокам получится именно так. В общем, друзья, по ценам. А, кстати, на наш телеграм-канал подпишитесь, мы публикуем каждый день актуальные цены на предзаказ. И вот сегодня 6 декабря я делал так вот пост, и специально вот у нас с стирающимся маркером можно писать, специальная такая доска. Я написал, сейчас я вам покажу, вот фото вы видите. Это было у нас 3 числа, 3 дня назад. Сегодня 6, друзья. Я фото стирать не стал. То есть для чего надо подписаться на телеграм-канал? Чтобы видеть каждый день актуальную цену. То есть, ну и сейчас очень классно прослеживается динамика. Я сделал в Excel, все просто. Себестоимость самокатов, наш небольшой интерес, потому что вы делаете в предзаказ самокат, покупаете. И, собственно, доставка, все-все. Ввел курсы юаня, доллара, который мы платим за доставку. И меняешь курсы валют, получаешь актуальную цену на каждый день. Я с утра встаю, туда-сюда, смотрю, какой курс на сегодняшний день, меняю и выкладываю пост. Поэтому в телегу подписывайтесь, будете видеть актуальный курс. Актуальные цены на самокаты. Смотрите, друзья, вот. Ну, гидроизоляция в подарок я вам сказал. Просто, чтобы вы понимали, сегодня у нас лидер пока по заказам вот за эти 3 дня, Сицибо R12. 3 дня назад... И до вчерашнего дня она стоила 144 500. С сегодняшнего дня, 6 декабря, 147 300. Вот я зелененьким, вы можете на паузу нажать. Или я, наверное, фотографию вот ставлю. Вот, посмотрите. Зелененьким то, что написано, это насколько изменилась цена в плюс за 3 дня. Соответственно, гепард стоил у нас 172 500. Сейчас он 175 900. И вы должны понимать прекрасно, что цена не будет ниже, если будут курсы валют, юаня будут расти вверх. То есть, если, конечно же, откатится все, я курс ввожу в программу, и у нас получается актуальная цена. Да, конечно, все мечтают, чтобы был курс 50. Тогда у нас цифры на заказ будут вообще сладкие. Но
мы отталкиваемся от тех реалий, которые есть у нас на сегодняшний день. Если у вас есть намерение приобрести какой-нибудь самокат из модельного ряда Сицибы, вот они все написаны, цены актуальные, это вот черным зачеркнуто, это было на 3 число, красным на 6 число. Вот на эту цену вы можете рассчитывать. Полностью оплачиваете самокат, получаете все документы на руки и просто ждем. Я жду вместе с вами. Ну и, соответственно, радуйтесь, когда увидели, что самокат ваш, который вы оплатили, стал там на 10 тысяч дороже, на 15 тысяч. А в принципе, к этому все предпосылки идут. Курсы валют к концу года всегда поднимаются вверх. И получается такая история. Там юань был 12,7, когда мы на 3 число считали, 12,7, 12,8. Сейчас 13,2. Я вам называю курс, тот, по которому, если вот я в рублях приезжаю к нашим китайским друзьям, партнерам, я привожу рубли, они по этому курсу конвертируют их в свою валюту и отправляют деньги в Китай. В общем, друзья, хотите купить самокат? Не медлите. Если вы, конечно, не уверены, что курсы будут скоро низкие, будет все понижаться в цене, то тогда ждите понижения. Но вот последние 3 дня показали нам, что пока все только вверх. Так что, друзья, оформляйте предзаказ, получайте в подарок гидроизоляцию, все документы и ждите ждите свой самокат. В общем, вот это актуальная цена. Подписывайтесь на канал Telegram и будете каждый день мониторить и смотреть. Ну и, конечно же, на тест-драйв проезжайте. R12 есть. M10 нет. Пантеры есть. Гепарда нет. Гепарды тоже закончились. В общем, по сути, из Сицип осталось только вот последний R12 из наличия. И Пантера 2.0. Все. В общем, друзья, всех с наступающим. Не болейте, не мерзните. И ждем в гости. Телефон, вот на этом телефоне, на этом номере. И есть WhatsApp, Viber, Telegram. Все соцсети, все чаты. Пишите. И мы вам дальше подскажем, какие данные от вас потребуются для предзаказа. Всем пока!